С 29 января в республике начинается прием детей в начальные классы. В этом году первый звонок прозвучит для 7700 детей. Записаться можно через автоматизированную информационную систему Е-услуги образования. Заявления будут приниматься по графику. Каждый день разный район. Запись начнется с Калининского района, затем Ленинский, Московский. А с 1 февраля можно будет обратиться во все общеобразовательные организации столицы Чувашии. Принимать заявления начнут с 9 утра. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием начнется с 1 июля на свободные места. Для подачи заявления о приеме ребенка в первый класс родителям необходимо заполнить данные на портале образовательных услуг самостоятельно или обратиться в общеобразовательное учреждение по территориальному закреплению. В случае подачи заявления через портал заявитель должен в течение 7 рабочих дней представить в школу оригиналы документов.